Не только водители, но и пассажиры обязаны соблюдать масочный режим в общественном транспорте. Статистика заболевших коронавирусом бьет новые рекорды. Почти 28 тысяч за последние сутки в стране, из них больше 170 человек в Краснодарском крае. Возможно, цифры были бы гораздо тревожнее, если бы не ежедневный контроль соблюдения масочного режима. К примеру, этот очередной рейд направлен на такси. Как показала практика, соблюдение таких элементарных мер, как ношение маски, обработка рук санитайзерами, позволяет предотвратить и максимально защитить людей от распространения коронавирусной инфекции. Вот на сегодняшний день этот режим действует уже на протяжении почти 2 месяцев. И основные результаты, какие можно здесь констатировать, какой факт, какие результаты достигнуты. Ну, во-первых, практически все водители, которых нам удалось проверить, а проверено за последний только месяц больше 40 автомобилей, вот, все оповещены, все понимают, что нужно соблюдать эти меры предосторожности. Второй результат, что удалось понять. Ответственность людей за последнее время, естественно, возросла. Понятно, что когда человек садится в такси, а такси это является местом общего пользования, он не знает, кто до него здесь ехал. То же самое водитель, он не знает, кого к себе он берет. Поэтому люди стали осторожнее, и это правильно. Если кто-то еще так и не запомнил требования Роспотребнадзора в условиях повышенной готовности, то большинство лабинцев в масках. Это прежде всего для собственной безопасности. Сейчас такое время, нужно всем обязательно носить маски, тем более в маршрутках, в общественном транспорте, где в супермаркетах зайдешь. Да и вообще, лучше ходить в ней пока. Насколько заботятся о безопасности сами водители и их пассажиры, ответ на этих кадрах. Все в масках, даже санитайзеры для обработки салонов имеются у каждого. Соблюдаем масочный режим. Пассажиры также у нас едут с нами, соблюдают масочный режим. В течение этого рейда нарушителей не выявлено. И это говорит прежде всего о том, что дисциплина водителей такси стала выше. Пассажиры тоже стали ответственнее относиться к рекомендациям санитарных врачей, заботясь о своем здоровье. Людмила Никонова, телекомпания «Алабах».